Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы приехали в Экотехнопарк по своим делам и встретили здесь инженера-технолога закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Виктора Долгова, который вам хорошо известен, как правая рука Анатолия Эдуардовича Юницкого в разработке уникальных бетонных смесей, которые используются для сооружения путевой структуры. Расскажите в двух словах, а как обстоит дело с, скажем так, с бетонными работами. Насколько я в курсе, уже буквально вот-вот-вот, мы, к сожалению, не можем всего показать, чтобы не раскрывать технологии, уже намечается бетонирование путевой структуры. Ну, по крайней мере, если говорить о легкой трассе, то вот мы уже практически накануне. Так ли это? Да, вот-вот на носу уже бетонирование нашего легкого рельса. Холода нам немножко мешают, не то чтобы мешают, а усложняют наше бетонирование. Но мы эти все подводные камни знаем, и мы эти вопросы решили и решаем. Мы с этим связаны, все эксперименты, все опыты мы уже провели и прокачивали бетон. Последний раз через такие тоненькие отверстия, так скажем, и смотрели на прокачиваемость нашего бетона через такие тоненькие пространства и убедились, что все эти вопросы, связанные с холодом, да, они решаемы. До нас дошли слухи, что вы уезжаете из страны, и в связи с этим вы вынуждены завершить работу в нашей организации, но вы не прощаетесь с проектом как таковым. Год вы отработали в проекте. Как вы оцениваете команду, уровень руководства, уровень подготовки специалистов и насколько вы верите в успех нашего дела? Команда, конечно, на высшем уровне. У меня такого коллектива никогда не было, дай бог, чтоб еще когда-то я нашел такой рабочий коллектив. Плотность ума в нашей компании, конечно, зашкаливать. О руководстве, в частности, об Юницком Анатолию Эдуардовичу могу сказать только добрые и такие светлые чувства, потому что я восхищен, как человек относится к проекту, к тому, как он относится и ценит сотрудников. И я не знаю, получится ли перед отъездом у меня с ним увидеться, поэтому, пользуясь возможностью, хотел бы передать вам привет, Анатолий Эдуардович, и пожелать успехов. И сказать, что в принципе уже все готово. На полигоне уже все построено, осталось только все это закончить. Уже все готово, поэтому все получится у нас у всех. Спасибо большое, Виктор, за, во-первых, за вашу работу. Мы ее освещали, она действительно очень полезна. И по нашей оценке, и по тем оценкам, что мы получали от наших зрителей. Желаю вам счастливого пути, удачно устроиться на новом месте. Ну и мы вас не забудем. И вы остаетесь, я не сомневаюсь в этом, членом нашей команды. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и вы никогда более не будете в одиночестве. Итак, Виктор, что в конце мы говорим? Строй SkyWay, спасай планету.